Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Я хочу сегодня дать вам некоторые советы, которые я вижу из прогнозов по здоровью и которые наверняка вам пригодятся. Пожалуйста, если вы болеете, если вы простуживаетесь, если у вас частые насморки, болят уши, пожалуйста, не поленитесь. Сейчас еще время такое спокойное, многие отдыхают, многие еще не вернулись из отпуска. Попробуйте проверить свой нос. Вполне возможно, что у вас есть проблема с носом. Это может быть искривление перегородки. Это делается очень быстро, это несложно. Но вы избавитесь от насморков, вы избавитесь от болезней ушей. У вас совсем по-другому будут работать легкие, а самое главное – сердце. Вы не будете задыхаться ночью. Пожалуйста, воспользуйтесь те, у кого есть эти проблемы. Ну и кроме того, вы вообще избавитесь от очень многих проблем. Ну и напоминаю, что по здоровью вы можете писать свои комментарии, можете писать их в Viber, Telegram, WhatsApp. Это очень хорошо. Вы заметили, что я меньше стала выкладывать информации в открытом источнике, и мне это удобно. Пожалуйста, будьте здоровы и будьте как можно чаще и больше счастливы. И помните, что даже если вы остались одни, то вы не одиноки. У вас есть вы. Удачи!